Это отличная передача Лукаку. Какой мощный Ромелу Лукаку. Великолепен пас Поля Погба и мощный Лукаку. Какой же он огромный. Соперника пробил свободный угол. Вацлику помог партнер. Создали два опасных момента. Который очень здорово вышел из ворот и вовремя это сделал. Подача Феллайни. Удар! Еще один момент у Юнайтед. Но вот англичане усилиями голландца и бельгийца, даже двух бельгийцев, создали два опасных момента. Очень здорово разобрался Лукаку, ну а потом Феллайни пятеро. Подача. Удар поворотом рядом со штангой. Снова дают бить Феллайни. Едва не застряли руки в этой густой шевелюре бельгийца, но он все-таки сумел с трудом их оттуда вытащить. А удар поворотом был действительно очень-очень опасный. К тому же Марек Сухин неустанно следует за каждым из лидеров Манчестер Юнайтед. Феллайни пытался было ударить, но мяч остается у Лингарда. Удар поворотом. Еще угловой. По одному угловому подали пока команды. Вот теперь второй зарабатывает. 5 фолов в этой игре. 4 на счету хозяев. Подача. Достает до мяча Вацлик. Угловой теперь с другой стороны. Дармианом. Давайте смотреть, что получится. Удар поворотом высоко. Но именно туда направлял мяч Поль Погба. Много свободного места за стенкой оставил чешский вратарь Базеля. Это подача и момент и штанга. Никто из игроков Юнайтед. Марсиаль набирает ход. У него отличная скорость. И он с мячом штрафной площади. Внимание, удар! Вацлик спасает. Еще один угловой. Пятый угловой у ворот чешского голкипера Базеля. Очень хороший забег в исполнении француза. Двух человек оставил позади. Но Вацлика не так-то просто обыграть. При этом Рохо вдруг ударит. Так и есть. Удар поворотом и штанга. Перекладина. Неважно. Каркас. Сразу вспоминаешь гол Мартина Яранека в такой ситуации. Фантастический удар поворотом Кубани в Краснодаре. Несколько лет назад, помните, тоже метров с 50, как дал и забил. Вот и здесь Роха не без помощи рикошета мог стать автором первого гола в этом матче. Даниэля Орсато из Италии, Роман Нагачев, комментатор из России. Подача и удар от ворот. Хорошая получилась атака. Штефен только в конце первого тайма освоился на поле и выполнил. Марсиаль, удар. Теперь уже и Манчестер Юнайтед отвечает. Первый тайм начинался вовсе не так весело, как второй. Поэтому мы с удовольствием продолжаем. Дача. И момент. Нет, мяч все-таки даже до ворот не долетел, а это удар. Серейдин. В первом тайме я представлял этого футболиста как жесткого и даже порой жестокого центрального полузащитника, у которого в карьере есть разные очень спорные ситуации. Однажды он плакал во время гимна. Какое лихое удалое начало этого матча. Удар поворотом Серхио Ромеро. Снова Мохамед Эль-Юнуси. Штефен с мячом. Численное преимущество на стороне Базеля. Кстати говоря, на удар поворотом. Самое бесхитростное, что можно было придумать, учитывая количество всевозможных вариантов. Штефен, да, ударил плотно, но на месте Серхио Ромеро, который видел момент удара. К тому же сам быстро вышел. Подача. Кулаками играет Серхио Ромеро. Ланг
едва не добрался до мяча, но добрался Штефен. Внимание, удар поворота, рикошет Ромеро. Серхио Ромеро. Я думаю, что вы обратили внимание на состояние газона. Остыл он весь, но это последствия матча Швейцарии и Северной Ирландии. А тем временем удар поворотом! Удар поворотом! Никакой газон не помеха швейцарской команде на пути к их атакующим действиям. И вот момент номер один. В эту минуту. И попадает в перекладину. И еще удар поворотом Ромеро на месте. Мазер заслуживает гола в эти минуты. Две неточные передачи подряд в исполнении игроков Манчестера. Это немыслимым образом не покидает пределы. И момент у Штефена. Падение. Удар от ворот. Футболисты Манчестер Юнайтед подходят к итальянскому арбитру, чтобы, ну, если уж это удар от ворот, то, может быть, тогда и желтая карточка. И снова Юнайтед упускает атаку Базеля. Опасно. Удар. О, Берлин. О, Лондон. О, Мадрид. Но нет. Очередной опасный момент загублен. Как бы мы не... Лукаку, передача налево, Рэшфорд снова, как клюшкой за шайбу, зацепился за мяч и удар поворотом. Сэр Айди может и пробить, у него отличный удар! Головой. И держится за заднюю поверхность бедра. Все свое мастерство и, наверное, и оставшиеся силы вложил трудяга Сэра Иди в этот удар. Потрясающе красивый кадр. Но, тем не менее. Передача в штрафную площадь. Прострел! 1-0! 1-0! Базель выходит вперед на 89-й минуте! Вы слышите это? Сент-Якобс-парк гремит. Каждый из своих трибун. Во втором тайме Юнайтед сдал. Входит атаку на правый фланг. Это еще не конец. Подача Дармиана. Златан бьет. И сколько же будет добавлено? Остановок, кстати говоря, во втором тайме было побольше. Замены и... Пару раз футболисты просили оказать им помощь, полагая минуты три. Patience just like I'm a waiter. And I ain't got no time for haters. I reach by my belt and shoot it like I'm in the Navy. Bitch, I eat my shrimp and steak and gravy.